Голубые береты, тельняшки и флаги с легендарным девизом «Никто, кроме нас». 2 августа по всей России проходит мероприятие, посвященное Дню воздушно-десантных войск. Увидеть крылатых пехотинцев можно было в том числе и в Саранске, ведь праздник давно стал доброй традицией. Действующих десантников и военнослужащих в запасе поздравил глава Мордовии Артем Здунов. В тексте говорится: «Воины-десантники славятся отвагой, всегда готовы к выполнению сверхсложных задач командования. Бесстрашная крылатая пехота на передовых рубежах во время выполнения боевых операций, интернационального долга и миротворческих миссий. Ваша служба наполнена воинской доблестью, героизмом, самоотверженностью и силой духа. Для многих сыновей Мордовии служба в ВДВ стала настоящей школой мужества, которую с честью выдержали. Вы свято чтите традиции боевого братства и готовы в любое время встать на защиту Родины. Благодарю ветеранов воздушно-десантных войск за весомый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, активное участие в общественной жизни региона». По случаю праздника на площади Победы был организован небольшой концерт для собравшихся. Отличное настроение им подарили артисты городского дворца культуры. Знакомые и такие родные слова десантники с удовольствием подпевали вслух. Ты не бойся, синевы, не утонешь. Это сказочная вынь, а не сказка. Что для вас день ВДВ? Ну, гордость, что я хотел с детства там служить. Ну и прослужил очень хорошо. Это самое святое. Вот понимаете? Ждем, верим, любим. Очень хочу поздравить своих сослуживцев, которые меня здесь не видят. Также с кем я служил и, естественно, своим друзьям большой привет передаю. Сейчас как бы воздушно-десантные войска выполняют свой долг непосредственно в спецоперации с честью и с достоинством. И желаю, чтобы также с такой же честью и достоинством дальше несли свой флаг. Праздник отметили и ковылкинцы. Здесь каждый, кто причастен к армейскому братству десанта, пришел на центральную площадь города. С днем ВДВ их поздравил глава района Игорь Бутяйкин. Вчерашние боевые десантники вместе с родными, детьми и внуками маршем прошли к мемориалу часовни, где возложили цветы, отдавая долг памяти воинам-землякам, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе. Анастасия Целигина, Владимир Надькин, Максим Бикеев. Народные новости.